Совместная работа ГТРК Башкортостана и фонда Мустая Карима взяла спецприз на конкурсе «Голос Евразии». Итоги масштабного всероссийского фестиваля подвели в Махачкале. Проекты нашего медиахолдинга стали лучшими сразу в двух номинациях. Репортаж Гульшат Валеевой. «Голос Евразии» в этом году зазвучал среди величественных красот Дагестана. Финал масштабного всероссийского фестиваля состоялся на родине народного поэта Расула Гамзатова. Национальный фестиваль собрал участников из России, Абхазии и Беларуси. Это профессиональные журналисты зарубежных, федеральных и региональных СМИ, этнографы, культурологи. Лучшие работы жюри конкурса выбирали среди 500 претендентов. В результате спецприз «Голоса Евразии» взял совместный проект ГТРК «Башкортостан» и фонда «Мустая Карима» «Очерк. Поэт аула и планеты». Это наш совместный проект, наша совместная работа, фонд «Мустая Карима». Тимербулат Олегович, потому что вот та поддержка и внимание к нашей работе дорогого стоит. Публицистический очерк приурочен к столетию Расула Гамзатова. Авторы проекта Азамат Салихов и Рустем Габасов рассказывают о дружбе народного поэта Дагестана Расула Гамзатова с народным поэтом Башкортостана Мустаем Каримом. Закон дружбы – это самый святой закон для нас. Вот я пишу свои стихи на аварском, а ты на башкирском. Но мы ведь из своих саклей и кишлаков видим теперь целый мир. И мы говорим от имени своих народов с целым миром. Они очень дружили. Естественно, когда дружат поэты, дружат народы. Потому что у нас в Башкирии про Расула Гамзатова говорили «наш Расул». Проекты нашего медиахолдинга стали победителями сразу в двух номинациях. Работа получилась очень интересная, очень хорошая. И я считаю, что такие работы, они, собственно, и воспитывают в людях и в наших молодых поколениях уважение к предкам, своей истории, культуре, помогают сохранять свой родной язык. Сами авторы очерка «Поэт аула и планеты» подчеркивают, что для них награда на Всероссийском фестивале «Голос Евразии» – это двойная победа. Ведь совместную работу оценили не только жюри конкурса. Слова благодарности и высшую оценку после просмотра фильма высказала лично дочь народного поэта Салихат Расулевна Гамзатова. Гульшат Валеев, Салават Валеев, Вести, Башкортостан.